Всем привет, с вами Дмитрий, и вы смотрите канал LEGO Crazy Motion. Ну что, пока я ездил в Питер, в группе ВКонтакте шло голосование, какой следующий мультфильм делать. Должно выйти два мультфильма в ближайшее время. Это «Кондор», 16-я серия, и первая пилотная серия фильма «Сталкер». Не знаю, это будет спорный такой проект, пилотный, посмотрим, как пойдет, может, сразу закроем, ха-ха-ха. Вот, ну, короче, в ВКонтакте шло голосование, какой мультик делать первым, и в голосовании победил «Сталкер». Ну, честно говоря, я почему-то подозревал, что так и будет, но отрыв был не такой уж и большой. Значит, в любом случае, все у нас честно. Раз зрители проголосовали за «Сталкера», значит, будет «Сталкер». Начинаем подготовку к «Сталкеру». БТР просто так для антуража поставил. Ну, по поводу «Сталкера». Значит, о чем будет это видео? Значит, я купил... К каждому мультфильму я готовлюсь... Ну, стараюсь готовиться серьезно. И к «Сталкеру» мне нужно было прикупить кое-что. Но прежде чем я перейду к аксессуарам, которые я достал, я бы хотел сделать лирическое отступление. Значит, меня все чаще и чаще спрашивают, почему я не рекламирую другие каналы, почему я не рассказываю о новых популярных каналах, почему не помогаю развиваться другим. Ну и я решил, что, наверное, все-таки с некой периодичностью можно это делать. И сегодня впервые я порекомендую канал. Я отнесся серьезно, я посмотрел. Я сразу решил, что полный трешак я рекламировать, советовать никогда не буду. Поэтому некий такой канал проходит проверку. Могу я это советовать, не будет ли мне стыдно за канал. И сегодня я хотел бы вам кое-что показать, рассказать, посоветовать. Канал, о котором вы сегодня узнаете, это канал Варлорда. Называется он Warlord. Значит, канал молодой, но быстро растущий. В этом году он появился и уже более 3000 подписчиков. Что же привлекает зрителей на этом канале? Ну, в первую очередь, качественные информативные обзоры. Хорошая съемка, звук, подготовленный текст. Все это позволяет хорошо принять информацию, составить полную картину о наборах. Также стоит отметить наличие новинок на канале. Вот, в частности, например, Скуби-Ду до меня еще не дошел. Я еще только планирую. А у Варлорда уже можно кое-что посмотреть из этой серии. Итак, качественный канал для любителей LEGO. Подписывайтесь, смотрите, ссылку оставлю в описании под видео. Ну а мы теперь уже возвращаемся к «Сталкеру» и смотрим аксессуары, которые я специально приобрел для подготовки к съемке этого сериала. Насколько он будет долгоиграющий, зависит от вашей реакции. Итак, пакетики с какими-то вещами я достал на eBay у человека, точнее у компании под названием Battle Brick. Ну, все, кто когда-то покупал на eBay военные вещи, я думаю, их знают. Началось все с того, что в «Сталкере» зона, как я понял, она охраняется государственными войсками, то есть не какими-то формированиями, не ополчением, а обычными солдатами. И солдаты эти по игре или по книге ходили в черных беретах. Когда я в неком общении упомянул, что береты хочу заменить на какие-нибудь голубые, ну, в общем, была адская какая-то критика, что нельзя, ни в коем случае. Ну, я подумал, что, значит, надо покупать черные береты, чтобы соответствовать. Ну, и дополнительно с беретами купил кучу всего остального. Итак, давайте смотреть. Сейчас я буду некие кастомы делать, одевать на фигурки аксессуары и смотреть, что получается. Первый испытуемый, он получает бронежилет. Итак, он получает бронежилет. Сзади на бронежилет мы цепляем рюкзак. На голову, ну, если мы из него хотим делать солдата, который охраняет зону, границу зоны, то мы ему вешаем беретку. И получается вот такой, сейчас мы ему еще калаш в руки дадим. Получается вот такой вот солдат. Бронежилет, рюкзак. А рюкзак открывается? Нет. Нет, не открывается. Еще раз, рюкзак. Бронежилет достаточно симпатичный, качественный. Автомат — это из моей коллекции. И беретка. Так, следующий. У меня идет вот такой вот странный персонаж. Фигурка, по-моему, из коллекционных. Голова, по-моему, из Чимы. Беретка, по-моему, все-таки тоже от Мима. Берет, кстати,
настоящий леговский, и он, если вы видите, он не похож на тот, который продает Battle Brick на eBay. То есть подозреваю, что это какие-то китайские, очень прикольные военные бритики. На леговские совершенно не похожи, поэтому будем использовать китайские, и когда они кончатся, будем использовать леговские. Так, одеваем тоже на него бронежилет, но немножко другого фасона. И чтобы эту странную голову не видеть, мы оденем ему вот такую вот бандитскую каску. А в руки дадим фонарик. Вот такой вот странный бандит у нас получился. Ну, на самом деле, фигурки я потом, конечно, поменяю, поставлю более нормальные. Это просто, чтобы показать аксессуары. Значит, давайте сравним два бронежилета. Видите, что они отличаются. Правый, мне кажется, посимпатичнее, но левый тоже реалистично имеет право быть на... Значит, на зелененький сзади вешается рюкзак. Здесь мы тоже, в принципе, можем повесить рюкзак. Ну, давайте мы это и сделаем. Рюкзаков я купил таких 10 штучек. Вот такой у нас получается, не знаю, кто это будет, бандит, не бандит, кто-то из какой-то группировки. Так, следующий у нас идет, есть некая фигурка полицейского. Давайте мы на него примерим, ну, тоже пусть будет бронежилет. Пока их много, надо на всех одевать. Сзади тоже оденем рюкзачок. А вот на лицо мы ему оденем противогаз. Вроде как в сталкере. Достаточно популярный такой атрибут. Мы одеваем противогаз. И шапку, не знаю, беретка оденется? Нет, беретка уже не одевается из-за противогаза. Очень плохо висит. Да, он так не смотрится. Тут, конечно, будет проблема. Я слышал, что с противогазами мало какие головные уборы одеваются. Ну, давайте пока так оставим, а там потом посмотрим. Значит, противогаз интересный. Модель не помню уже его. У него выход фильтра, значит, спереди и слева сбоку какая-то вот... Что это, не помню. Но противогаз, короче, реалистичный. И должен нашего героя от чего-то защищать. Герой не в том плане, что он хороший персонаж, а герой в том плане, что это некий вот герой будущего действия. Так, теперь возьмем вот такую фигурку для эксперимента. И тоже оденем какой-нибудь бронежилет. Шлем леговский снимаем. Одеваем бронежилет. Возвращаем голову. Одеваем рюкзак. И теперь тоже одеваем... Есть противогаз, который вообще нужно было одевать. Нет, нормально. Так, оденем. И с этим противогазом уже вообще ничего не оденешь. Я не знаю, как я из этой проблемы буду выпутываться. Ну, дадим в руки фонарик человеку, чтобы не расстраивался. Так, вы видите два типа противогазов. Вроде как очень похожи, но на самом деле отличаются. У одного крепеж идет по всей окружности головы, и нет никакого фильтра, отходящего в сторону. У этого противогаза слева что-то такое вот торчит, и крепеж на части головы, только вот как зажим. При этом, как мы убедились, шлем уже человеку обратно одеть не получается. Шлем придется положить пока возле ног. Следующий испытуемый у нас бандит какой-то. Так, мы посмотрим. Эта вязаная шапочка тоже не оденется. Да, с головными уборами будет проблема. Одеваем очередной бронежилет. Бронежилетик. Чтобы, наверное, бронежилеты все больше так не показывать нудно долго, скажу, что я взял с десяток таких бронежилетов, 10 рюкзачков. И этих противогазов. Раз, два, три, четыре. 10 я, по-моему, не брал. А может и 10. Да, штук 10, наверное, их взял. Этому тоже круговой противогаз дадим. И калаш в руки. Вот если не считать головного убора, то выглядит очень даже прикольно фигурка. Потом уже в соответствии с картинками из сталкера буду компоновать я отряды. Не знаю, первые это будут, конечно, отряд государственных солдат обычные, а дальше по группировкам уже как пойдет. Следующая фигурка.
Все, чтобы не утомлять, я вам показал примерно, что я купил. Значит, у нас будут черные береты. Фонарики просто как аксессуар на всякий случай. Может быть, они будут использоваться как приборы для поиска артефактов. Еще не решил. Противогазы. Оружие я в этот раз не покупал, но этот самый Battle Brick зачем-то мне надавал бесплатно цветного оружия. Мне дали, по-моему, это А1, ой, А4, М16 А4. Это оружие очень похоже на УЗИ, но не УЗИ. Дальше зеленоватый, похожий на МП5. Какая-то серая снайперская винтовка. Еще один автомат из серии М-ки с подствольным гранатометом. Это, кстати, прикольно, это мне нравится. Опять похожий на МП5. Так, а они два почти одинаковых. Только этот чуть подлиннее. Ну, товарищи, выручайте. Здесь я не знаток. То есть я в теории знаю, на что похоже. А эти два можно в каждую руку давать одинаковые. Прикольно. В общем, мне вот это цветное оружие надавали совершенно бесплатно, просто так. Я даже не понял, зачем. Может быть, я знаю, что есть большое количество любителей оружия у меня на канале, так что есть шанс, что некоторые я пораздаю в ближайшее время. Оставлю себе точно М16, ой, не 16, М, как, короче, с гранатометом, и вот эти два типа УЗИ. А вот 4 этих вот мне не особо и нужны, поэтому, скорее всего, отдам. Ну и последнее, что я купил, да, вот еще, короче, пакетик с теми же бронежилетами, масками бандитов с вырезами для глаз, с противогазами, береты, короче, это все здесь. Последнее, что я хочу показать, это отдельно я взял фигурку уже такого солдата постапокалипсиса. Так вот она выглядела в пакетике. Фирменно она упакована. Battle Brick. BattleBricksCustom.com. Ну, я покупал все на eBay, поэтому мне все равно какой у них сайт. Я еще ее не открывал. Давайте мы ее сейчас грубо так открываем. Естественно, у нас что-то упало, как всегда. Всех подвинем. И достаем эту фигурку. Я думаю, что она точно появится у меня в мультфильме про сталкера в немецком шлеме черном. И, как мы видим, немецкий шлем вполне сажается на голову с противогазом. Противогаз такой у меня есть. Да, каска хорошо сидит. В комплекте идет из оружия пистолет. Он как будто в кобуре. Так, где фокус? Пистолет как будто в кобуре. В американских фильмах видел, что прям так и стреляют. Давайте в одну руку, в правую дадим, в левую дадим. А в правую очень прикольное оружие, какое-то очень мега навороченное. У меня все такие ассоциируются с УЗИ. То есть держишь за ручку и что-то откуда-то стреляет. А, хотя нет, здесь обойма не в ручку вставляется. В общем, я без понятия, как этот аппарат называется, но выглядит очень серьезно для ближнего боя. Очень клево выглядит. Так, пистолет выпал, сейчас ставим. Вот такая у нас получается фигурка солдата постапокалипсиса. В противогазе, в каске, самодельное пальто из плотной бумаги. Кстати, по качеству очень похоже на плащи леговские. Ну, чуть-чуть, наверное, уступает. Более мягкая и гнется. Вот мне не нравится, что она как-то очень быстро гнется. Фигурка, торсик, точнее, фигурки с принтом. По-моему, если я не ошибаюсь, это что-то такое от охотников за динозаврами. Там мы видим рация, отвертка, какой-то обвес, как у Вассермана. Пальто, честно говоря, или плащ не хочется снимать. Давайте задерем. Тут разрез есть. Эти. А, собственно, зачем? Там с обратной стороны будет, конечно, какой-то принт этого же торсика. Но в любом случае пальто я с него снимать не буду, поэтому даже не важно, что там. Все, вот такая вот фигурка была еще мной куплена до кучи, уже готовой просто, чтобы была. Она такая немножко атмосферно-антуражная, мне она понравилась, и я ее взял вместе с набором аксессуаров. Ну вот, я вам вкратце показал
посылку с аксессуарами специально для мультфильма «Сталкер». Надеюсь, что мультик продлится больше, чем 1-2 серии, а то вообще непонятно, зачем я все это покупал. Хотя, мне кажется, оно не пропадет. Все эти вещи можно будет использовать в других мультфильмах, в более современных. Ну, разберемся. Ладно. В общем, у нас есть куча рюкзаков, куча бронежилетов, противогазы, фонарики, черные береты, какое-то цветное оружие, которое я раздам. Ну и одна фигурка такого крутого солдата постапокалипсиса. Это не все. Я еще купил, точнее, получил вторую посылку из Китая, где по дешевке купил отдельно фигурки. Ну, там смесь современщины. Это я оставлю на вторую часть обзора. Итак, это у нас обзор первой части аксессуаров для «Сталкера». Сценарий первой серии почти написан. Скоро приступаю к съемкам. Но перед этим я еще покажу второе видео по запчастям, так сказать, по тому, что я буду использовать в мультфильме. Хочется подать красиво, как получится, не знаю. Все, не буду больше растекаться мыслью по древу. Спасибо за просмотр, комментируйте, послушаю ваше мнение о «Сталкере» и обо всем этом. Ну и увидимся на канале. До новых встреч, счастливо, пока. Еще браслетик не порвался, с Турции держится.